всем обязательно посетить выставку «Эко город Экспо». У нас здесь очень много всего экологичного. Более 130 компаний привезли свою продукты, косметику, бытовую химию, продукцию из РОВЭС. Вот есть такая органическая клубничка прекрасная. Приходите обязательно в этот летний день, причем день экологии, день экологических работников, да, 5 июня. Приходите все обязательно на выставку, получите массу удовольствия, массу полезного и сделайте огромное количество покупок. Я уверена, все составы мы проверяли, нет никакой химии. Добрый день, уважаемые читатели! Мы вас приветствуем с международной выставки «Экогород Экспо 2021 год». Хотим вам дать сегодня несколько полезных советов для сохранения здоровья и качества жизни. Мы представляем новинку сезона «Зима 2021 года». Это антибактериальное мыло «Молекула», которое нужно для всех членов семьи. В состав мыла входят только природные антисептики. Это высокой концентрации экстракт календулы, чайного дерева и такое лекарственное вещество, как тетранил-У, которое обладает противогрибковым и противобактериальным действием. Это мыло великолепными обладает антибактериальными свойствами, хорошо смягчает кожу рук, не сушит, самое главное, то есть нет неприятного ощущения сухости кожи и надежно защищает кожу рук от инфекции. После вот такого мыла можно любыми туалетными мылами мыть руки, но это первая линия защиты, так скажем. Очень приятный аромат чабреца, то есть травки, да, лечебной, которую мы активно принимаем в чаях зимой, когда простываем. Пульмонологи, лор-врачи рекомендуют чай с чабрецом. Приглашаем городских жителей к участию в проекте по совместному органическому выращиванию овощей и ягод. Участники Органик.Клуба получают 200 кг продукции в сезон, а взамен они компенсируют затраты на выращивание, либо участвуют ручным трудом на нашем хозяйстве, помогают нам выращивать. Будем рады видеть вас! Да, я являюсь волонтером фонда «Родом из детства». Жить весело. Радостно проводить время с пользой. Радовать близких. И узнавать свою цель жизни. Будем использовать натуральную органическую косметику. Лица для волос и для тела, потому что она самая безопасная. Наверное, первый совет, который приходит в голову, это о том, чтобы с уважением относиться к своему телу. И когда мы что-то едим, наверное, уважая тело, выбирайте соответствующим образом продукты. Спасибо. Поэтому всем вам советую, кстати, только самое лучшее для своих детей, почаще улыбаться и детей не ругать. Компания «Наши Китсы», заходите к нам на сайт, подписывайтесь на наши этажи. Использовать как раз таки натуральные скатерти из натурального хлопка и льна, как это издавна было принято у нас на Руси. Еще очень важный совет. Сейчас практически у каждой хозяйки в доме есть свечи, которые используются как декоративный элемент украшения. Обращайте внимание.
текстилы, производим текстиль для дома из льна и одноразовых из экологичных материалов. Да. Наверное, основной совет – это быть счастливым и здоровым. Но, наверное, счастливым все-таки – это самое такое максимально желаемое пожелание, да, такое масло масляное. Но все же выражает суть. Потому что все-таки счастье, наверное, нам… У нас все-таки семейная компания, вот. У нас это семейный бизнес такой. И нам бы хотелось, чтобы все-таки семьи у нас в России были здоровыми, счастливыми. Ну, а это часть нашей такой семейной души, что ли, да, которую мы можем выразить, какую-то дать, что-то от себя, что-то приятное. Здравствуйте, уважаемые читатели. Мы вам хотим представить уникальную продукцию «Импульс Орион». Это низкочастотные токи, которые избавляют вас от любых болей, делают вам удовольствие, массажируют по позвоночнику, любую часть тела, которая у вас заныла, суставы. Все, она избавит вас от любых болей. Вот такой 90 грамм такой приборчик всегда с собой. Вот такие электродики, микшерские. Потом у нас есть такой пассионный пистолет, который тоже массажирует и кожу лица. И все, и вы будете всегда молоды. Вот такие вот последние слова техники косметологии. Маски такие, LED-маски, которые сделают вас, поддержат вашу кожу, избавят вас от грубых морщин, от грубости. Таким образом. Советую начать собирать текстиль и одежду для переработки, потому что сейчас уже появились компании, которые занимаются переработкой, поэтому я очень рекомендую тебе не выбрасывать одежду, а ее собирать для дальнейшего производства. Сейчас уже либо в ветоши, либо в какие-то болоты, из которых можно производить вещи. Например, в Москве это фонд «Второе дыхание», он собирает вещи, одежду для переработки. То есть в каждом городе есть свои пункты, что мы принимаем. То есть уже кто где живет, должен изучить этот вопрос. Здравствуйте, мы из Синергетик, экологичное моющее средство. Пользуйтесь нашей продукцией, и вы будете в полной безопасности. Зимой это имбирные чаи, летом да. Имбирные чаи это широкие лейма, то есть разные, например, имбирь-лимонник, имбирь-лемонграсс, разные. Вот. Но это больше зимой, все-таки имбирь, он такой пряный. Например, летом это может быть каркаде, вы можете его, то есть, как основу для лимонада использовать. Кисели, они у нас не на крахмале, они у нас на псилиуме идут. Вот, он очень полезен. Абсорбирующим свойством обладает. Куркума латте – это для приготовления напитка. Сейчас, мне кажется, про куркуму не слышал только глухой. Это как раз смесь для приготовления вот этого напитка. Все ромашковые чаи. Например, это гречишные чаи. Кстати, могу вам дать продегустировать. Тоже достаточно популярно и очень вкусно, и все, самое главное, натурально. Делается практически все, там вплоть до конфет и сладостей. Свеклу и сельдерей.
наши миксы. Это самые такие топовые. Они у нас, у них много полезных. Они уводят токсины из организма, они помогают при уровне сахара поддерживать, укрепляют нервную систему, иммунную систему. А если капуста у нас, то она помогает при раке желудка. У нас есть все сертификаты, все достигнуты. Советую всем всегда пользоваться продукцией максимально натуральной. То есть продукция сертифицированная, вот в таких по старинке сделанная на максимально натуральной форме, это вытяжка на кедровом масле, это живица, это травы старые, сибирские, натуральные, живые. Вот мы желаем вам всем вот этим вот попользоваться, прийти к этому, вырасти из этой всей синтетики, которая нас окружает, прийти к натуральным составам. Спасибо. Приходите к нам и, пожалуйста, покупайте нашу продукцию, потому что она именно натуральная и живая. Благодарю. Здравствуйте. Производим одноразовые столовые приборы из дерева с березовым шпоном. Они экологичны, не засоряют нашу природу, окружающий мир. Разлагаются в течение 6-8 месяцев полностью. А, ну, в крайнем случае их можно сжечь, если находимся на природе. Продукция полностью экологична, не содержит никаких вредных примесей, клея и так далее. Снова. Сделано, повторюсь, из березы. Производство находится в Нижегородском области, в городе Дзержинске. «Хозяин тайги» – это бренд, который собрал в себя самое лучшее, что есть на Алтае, и кое-что с Дальнего Востока. Мы за то, чтобы продвигать экологичный и чистый продукт и вносить здоровье в эту серую унылую Москву. Молодцы. Мастерская – проект, мы даем подработку женщинам, швеям и вязальщицам. Мы делаем экологичные товары, то есть мешочки из льна и мочалки из натурального жидкого волокна. Поставляем также в эко-магазины и стараемся без упаковки, то есть минимизировать упаковку нашей продукции, чтобы заменить все одноразовое на многоразовое или на более экологичные вещи из натуральных волокон и материалов. Чаши Варикап. Это средство гигиены без прокладок и тампонов. Оно многоразовое, то есть вы покупаете одну чашу, и она служит вам 5 лет. Чаши одобрены гинекологами, безопасны для здоровья. Не создают ему 40 одноразовые средства гигиены, поэтому советую всем попробовать. Это очень удобно и комфортно. Зубные щеточки – это хорошая альтернатива обычным пластикам. Почему? Потому что основа ее – это бамбук. Бамбук – это трава, которая очень быстро растет и хорошо разлагается в земле. Щетины – это нейлон. Перед тем, как утилизировать саму щеточку, вы просто выдергиваете щетины, и ее основание можно компостировать, сжечь или просто закопать. Наш бренд «Норма Пэтс» занимается производством одноразовых средств женской гигиены. Мы производим прокладочки на менструацию, на ежедневную основу, а также многоразовые тканевые подгрузки. Приходите к нам, все расскажу. Меня зовут Аня Шнякова, я создатель бренда. Меня зовут Наталья, я ассистент. Мы производители из Омска, занимаемся продукцией из натуральных тканей. Это 100% бомба, это 100% льон. Мы занимаемся пошивом детской одежды. Вся наша детская одежда, она имеет сертификаты и она 100% натуральная. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Мы торговая марка «Доктор Море». Это российская марка. Мы производим продукцию из морских ингредиентов. У нас биологически активные добавки, которые вы можете принимать для сохранения здоровья и поддержания здоровья в том числе. И наши ингредиенты – это акулы,
скаты, кальмары, морские ежи, морские гребешки. Мы провели достаточное количество, много десятилетий научных исследований на базе научных институтов Дальнего Востока и можем предложить вам интересные рецептуры для поддержания здоровья суставов, для поддержания женского здоровья, для поддержания баланса пищеварительной системы и так далее. Поэтому мы будем очень рады видеть вас в числе постоянных покупателей нашей продукции и желаем вам самого крепкого здоровья, сохраняйте здоровье, не забывайте о себе заботиться. И мы будем рады, если вы будете использовать продукцию «Доктор Моря».